Неискушенные едоки привыкли, что такие консервированные заготовки, как варенье, делаются из ягод или фруктов. Между тем, для приготовления джема можно использовать и всем любимый бекон. Да, это удивительное сочетание, на первый взгляд, несочетаемых вещей. Джем и бекон. А вот и нет. Оказывается, это очень вкусно и пикантно. Этот джем прекрасно подойдет к любимому багету или в воскресенье как дополнение к яичнице-болтунье. 1. Нарежьте бекон кусочками, обжарьте его до золотистого цвета. 2. Нарежьте лук тонкими слайсами. 3. Подготовьте чеснок. Легким нажатием ножа раздавите каждый зубчик. 4. Переложите готовый бекон в другую емкость. Жир сохраните и остудите в холодильнике. 5. Смешайте лук и чеснок, залейте немного жиром. Готовьте лук на среднем огне до полупрозрачности. 6. В чашу насыпьте сахар и залейте его свежесваренным растворимым кофе и уксусом. 7. Затем кофейную смесь залейте в лук и варите минуты 3 после кипения. Позже сделайте медленный огонь и томите джем под закрытой крышкой. 8. Когда луковый джем станет густым, добавьте бекон. 9. Погружным блендером измельчите всю смесь. 10. Джем из бекона храните в герметичном контейнере в холодильнике.